Alo. Alo. Алло. Алло. Чё ты делаешь? Я Да. спал, прикинь, весь Не, день. не прикидывай. Но не весь день. Ты пойдешь мускулы качать? Мускул, это Роблокс нужно, да? Да, это нужно. У тебя что, нет Роблокса? А у меня нет Братан, Роблокса. ты не идешь мускулы качать. Ты будешь смотреть, как я качаю Не, да? мускулы. Нет. Нет, ни в коем случае. Потому что там долго или потому что Подожди, ты меня так подожди. наказываешь? Подожди, я кое-что вижу. На моем личном сервере, у меня сегодня на сервере боги с Олимпа нахуй. У меня один XBT, здоровый кайф нахуй. У меня на сервере сегодня собрание атлантов нахуй. С утонувшей Атлантиды, блядь. Да, они так выстроились прям красиво. Пиздец, ребята. Как будто на них весь мир держится. Да, это вот эти три, которые держат весь мир. Подожди. Только я не понимаю. По 700 тысяч. Подожди, ничего не понимаю. По 700 тысяч. Это у кого? Это у кого-то. Так, блядь, без этой сам, без дебоша. Здесь я вижу троих диких. Три кита, блядь, на которых держится все, да. Без понятия. Спроси. Спроси только. Дианон по домофону. Да. Блять, 1xBet. Хорошо. Мне нужно это. Мне нужно это. И тут есть режим, чтобы сфотографировать запись. Братан, куда ты ушел? Подожди, куда ты ушел? Мне это нужно было сфотографировать. Ох ты ебать, подожди, что произошло сейчас? А. Нет, это самое. Я никуда нахуй не пришли. Пиздец. Это что сейчас, блядь, произошло? Как этот человек стал? Подожди, блядь, у меня все Черепаха залагало, какая-то, на блядь. У меня которой. все полный пиздец. Ой, блядь. Хорошо. Сейчас, секунду. Ебать, Вася, что происходит? А кто, как они были сначала маленькими? Здесь ноги слона, блядь. Как они сначала были большими? Это не вариант, нахуй. Я вообще ничего не понимаю, что тут происходит. Как это, блядь, происходит? Ну это жутко. Ладно, я потом со стрима вырежу этот момент. Читы говорят, читы. Я со стрима вырежу этот момент, где они стоят. Здоровый кайф, блядь, 1xBet. Я потом посмотрю на все это. Блядь, Ну, да, у тебя это что-то здоровый народу кайф. мало, 200 все. Да, я никуда, я в паблик не оповещал, я предупредил всех, что сегодня удушу всех. А я думал, потому что Гуфовский стримит, и все к нему ушли. Ну это здорово. А, ты думаешь поэтому, да? Братан, с тобой общаться не буду. Можешь бросать трубку. Ой, одну секунду. Сейчас ко мне там кто-то приперся. Сейчас, секунду, подождите, я. На, Гуфовский Сейчас охнул я уже. пойду. Ну, сейчас прибавится. Да, уже плюс 200 человек. Тише, музон. Это нормально? Кто эти трое? Чё за Коля, Кирилл и хуй? Чё? Я не понял. Которые три титана? Это три титана, которые держат нашу землю плоскую. Когда у тебя стрим? Не знаю. Ну, завтра, наверное. Наверное, завтра. Расскажи мем. Мем. Ну, в общем, мужик умер. Когда стрим сладкий? Ой, да знаю я вас. Знаю я вас. Вчера называется, или тьфу, позавчера подрубил. Сидим, 200 человек, все прекрасно, все отлично. А потом бам! 50. 50! А из-за чего? А думайте сами. Все знают из-за чего. Все. Спасибо, не стримишь, лолка.
что? Ой, бля, пиздец, блядь. Ты хоть пойми, что сейчас ко мне приехали три типа знакомых, друга. Просто приехали, стоят под дверями. Говорят, здорово. Я говорю, здорово, идите нахуй. Они развернулись, ушли, я зашел обратно. Что за хуйня, блядь? Да, они ушли. Говорят, хорошо выглядишь. Новогоднее настроение. Да, новогоднее настроение, все. Что за хуйня, нахуй надо? А что они не позвонили? Я не знаю, просто, блядь, пришли втроем, стоят, блядь. Как эти, блядь, как которые здесь я, блядь, которых я здесь в Роблоксе встретил. Так, ну чё? Ебать, на животе у Атланта один СБЭТ. Ой, хорошо. А почему все так пританцовывают прекрасно? Смотри, как он делает под музыку. Ну что, давайте. Отсюда начинается наш нелегкий путь. Ой, блядь. Хорошо. Это был Дианон, скоро твой адрес появится в интернете. Да-да-да. Ну дают нахуй, нет, чтобы позвонить. Там просто тип приехал, друг мой, с Москвы нахуй. Он походу сегодня приехал, сука. А почему не предупредили меня, что они сегодня приедут, блядь? Он типа приезжает раз в год, раз в полгода, блядь. Если бы я бы знал, что они приехали, я бы, не знаю, может быть, хотя бы договорился пораньше встретиться или стрим перенес, блядь. Но сейчас это полный пиздец. Стоят в дверях, говорю, ну все, давайте, блядь, до свидания. У меня пампинг мускул, блядь. Так. Бизнесом занимаюсь. Да. Сука, как хорошо. Ладно, сервер обновлю чуть позже. Встречали, блядь, построились в ряд. Просто три Зевса, три бога, блядь. Музыка громко играет. Музыка громко, да? Сейчас потише. Вот так. Вот так. Присоединяйся к Атлантам. Да это регаться надо. Это... Да, блядь, нет, тот, кто не хочет. Тот, кто не хочет испытывать здоровый кайф, он его не заслуживает. Смотрите на. Я так же. Ой, блядь. Ай, да. Верни музыку, говорят, громче. Ладно, ладно, чуть погромче. Вот так, нормально. Бля, мне так приятно за этим наблюдать. Империю, что я построил. Это, знаете, это мечта, это сон, это мечта каждого тренера. Заниматься, кончать мускулы на животе у своего ученика. Ничего другого мечтать вообще даже не хочется, думать ни о чем. Класс. А где их головы, братан? Голова, к сожалению, не мышца. Очень трудно качается. Голова там. Ногома. Ногома. Так. Хорошо, ебать. Посмотри мем, пожалуйста. Мем? Блять. Ладно, я открою, посмотрю. Правда, я это самое... Ну ладно, мем хороший, посмотреть можно, да. Little Peep. Lil Peep. Хороший. Реально понравился? Да, нормальный, хороший. Ну, нормальный. Да, хороший. Ну, нормальный. Да, хороший. Хорошо. Нормальный. Хороший. Нет, ну нормальный. Нет, хороший. Нет. А при пампинге члекс растет или он как голова? Члекс. Все растет. Все увеличивается. Проси его ссылку скинуть, пожалуйста, как казахстанец Митиса прошу. Че? А куда? Ты ссылку должен что-то скинуть? А, на здесь. Сервер. И это самое... Понимаете, где гема? У меня нет гемов, блядь. Качай железо, парень, сбирайся на турник. Видео, спорт, мотивация. Ребят, пожалуйста, не скидывайте. Я попозже послушаю. Не скидывайте, пожалуйста, сейчас мне песни. Бля, мне так, сука, неловко. Мне так неловко. Да я памплю. Мне так неловко, что я своих друзей нахуй послал. Я их не видел по полгода. А нахуй не пришли, когда я стримлю? Вы...
И мне просто дороже, мне просто мои ребята на стриме дороже, мне мои зрители дороже, я сразу скажу, идите нахуй. Да. У тебя был выбор послать 2400 человек нахуй или 3. Да, 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 это было бы еще страшнее. Так, что там еще есть по песням, подожди. Нет. Ладно, давайте с самого начала начнем. Просто включим начало, я буду под свою музыку, ребят. Это, я вам напоминаю, что это марафон, а марафон это всегда скучно. И марафон это всегда душно. У меня сегодня марафон по пампингу. Марафон? Да, но не марафон по времени, а по пампингу. Ну пока, блядь, не докачаю. Понял. Так, и верните Диму, он хотя бы комы читает. Поэтому я буду качаться, да пиздец. Я буду качаться, читать комментарии, слушать музыку, разговаривать. То есть никакой развлекухи сегодня, никакого цирка не предвидится. Сейчас, секунду. Так, как, блядь, сделать? Сейчас, секунду, настрою звук. Погромче можно, да? Вот так. Вот так. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Нормально, нормально. Наверное. Ебать, ты пидор кинул, братков. Мне кажется, они... Да, да, да. Качалка в небесах. Здесь... Я ненавижу аниме. Здесь все свои, пиздец. А как вернуться на живот? Как вернуться на живот к ученику? Очень хотелось бы. Чат ридер не выполняет свои функции. Тебе за что платят-то? Мне платят за комментарии, которые вы пишете. Если я здесь пишу, денежка идет мне? Да, определенно. Денежка всегда идет. Вот так. Отличная, кстати, интеграция для 1xBet. Была бы еще майка Head and Shoulders. Пацаны, вы бы мне такую большую услугу оказали. Было бы вообще здорово. Но я люблю здоровый кайф, конечно, там. Это сильно. Ну хорошо. Передай псу, что он по сравнению с челом снизу анимешник. Я уже объяснял. Давайте. Купите мне что-нибудь. Нет. Не знаю. Что-нибудь вкусное. Или вредное. У меня сегодня здоровый кайф. Я уже объяснял то, что я на самом деле не... Я не маленький. Просто у меня розовые мышцы. У них у всех... Нет, у меня золотые мышцы. Я просто выгляжу маленьким. Но я уже был и в этой стадии, и в этой, и в той, блядь. И вот этой стадии был, и в нижней стадии. Я во всех был. Просто у них красные мышцы. Потом идут розовые мышцы. Потом идут золотые. Золотые мышцы, они самые крепкие. Они как, блядь, как, сука, железобетон. Ну давай, уеби тогда Титану. Ты что, братан? Я пацифист. Я не могу так. Он не почувствует даже. Пиздец, хейтил бабу, которая трусит пиздой, а сам трусит мышцой. Приходится. А как еще? Макс, привет, ты сейчас на мне лежишь. Привет. Как дела? А куда ты стремишься тогда? Братан, расти, совершенству нет предела. Расти можно всегда. Качать мышцы? Качать мышцы. Можно до самой смерти. И ты никогда, у тебя никогда не будет предела. Так, качалка пока забита. Я не знаю, как именно рефрешить сервер, но через какое-то время я запущу новых людей. Там что-то пишут. Небесный памп. В небесах пампить самое то. Сенсей, здравствуйте. Здравствуйте, сенсей. Так. На полном размере 700к серф падает. Ебать в рот. До скольки нужно это? Как же нужно качаться, чтобы серф ебанулся? Бля, ну встретили меня красиво втроем. Просто шикарно. Сенсей, teach me please. Вот сижу я, памплю мейн мускулу, но на следующий день я чувствую некий дискомфорт в области растущей на глазах банки. Как избавиться? Что втирать, что есть, что пить, как жить? Да. Скажи. Ебать него пузо, бог, норм. Господь просто. Да вообще, вот это вот, как она называется? Молочная жидкость. Да, молочная жидкость, да.
Да, да, поэтому... Жидкость молочного цвета. Да, да, поэтому у тебя все и болит. Да. Выпей. Значит так. Опять же, блядь, музыка не подходит под пампинг. Тоже... Ой, блядь, тихо, спокойно. Тихо-тихо, опускаемся на живот к Атланту. Подожди, я куда-то не на живот спускаюсь, мне нужно чуть отойти. Так. 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 Пробей пресс, пробей пресс, пробей пресс. Пробей пресс. Так, сейчас... Ладно, так, ладно, сейчас, бля, я знаю, как я сделаю. Я сейчас, у меня тут хуй найдешь нормальную музыку для пампинга. Я сейчас сделаю. Платно. А потом я, наверное, поставлю на этом Twitch DJ, короче говоря, так, чтобы там были бесплатные песни, и попрошу вас исключительно музыки для пампинга туда добавлять. Вот этот вот Гефельштейн, вот этот вот, немецкий, который музыкалисты, Гефельштейн, блядь, как его зовут? По-моему, там сейчас опять будет просто... Нет, я буду переключать ты то, что не подойдет. Ой, блядь, хорошая песня. Думай головой, решай руками, если ты со мной един. Со всеми нами, welcome to hell, добро пожаловать в ад. Скользит турник, зато крепнет твой хват. Держись до конца, тяни до упора. Рожденный дед слабый сможет свернуть горы. Качай железо, парень. Давайте, пацаны, лицами в камеру все. Да, да, да. Говорит, команды не работают для бота, не могу группу меч и так далее. Вон здоровый кайф лежит на 1xbet. И делай раз, два, раз, два. Качай железо, парень. С нами, пацаны, вместе. Говорит, какой классный смайл. Это где такой классный смайл? Не знаю, ребят, не знаю. Ищите, ищите, может найдете, скажете мне, где взять такой. Давай, ребят, собираемся. Самая трудная, качай железо, парень, блядь. Самая трудная работа, пацаны, это над собой. Понимаете, сколько, насколько это глубокая, умная песня. Самая трудная работа, это чат читать. Но чат читать? Так ты его не читаешь, да. Я читаю. А если Атлант расправит плечи? Хорошая цель. Бля, знаешь, мне кажется, Атлант для этого человека не подходит. Должен быть, должно быть какое-то слово, которое означает что-то больше. А, не это самое, не бог, не Атлант, не Зевс. Знаете, как вот, вот такого человека, который под нами, надо назвать как-то по, вот, прям вот, чтобы пиздец, знаете, да? Демиург, блядь. Мне кажется, демиург, блядь. Да, что-то более такое. Вообще, там, первозданное существо. Сначала был, качок, блядь, с майкой 1xbet и тьма. Потом появился мировой океан. Потом я. Потом железо. С этого все началось. Громовержец тоже слабо. Декан Леха говорит. Ебун. Да.
Колосс, уровень. Элдер Титан, это два слова уже не подойдет. Колосс, умер. Перворожденный, да, я только хотел сказать перворожденный, блять, и тут тип написал в чат, перворожденный. Мне кажется, перворожденный хорошо тоже подходит. Там, ну да, Алисон написал. Алисон? Тебя любят у меня в чате, хочешь сказать? Это учитывая то, что ты не качаешься. Один человек из 2400, да. Так, пацаны, сейчас я сделаю небольшую это самое. Так, сейчас я сделаю небольшую вещь так, чтобы мне можно было присылать песни в Twitch DJ за for free, блядь. Так, сейчас. Так, погоди, у тебя сейчас будет марафон, да? По пумпингу? Пампинга. Да. Да. А что? Ну значит, мне, блядь, нет смысла не качать Roblox. Ну я не знаю, братан, ты меня уже оскорбил тем, что ты... Да тебя все оскорбляет, всегда, постоянно все оскорбляет. Ты хочешь, чтобы я извинился? Ну что поделать? Ты хочешь, чтобы я на колени встал? Да. Меня это удовлетворит. Погоди. О, ебать, достаешь? Так, настройки. Да. А потом подержи так. Что говорить? Говори. Я, мама. Мама. У-у-у. Пой. У-у-у. Прости меня. Прости меня. Я буду пампить всю свою жизнь. Я буду пампить всю свою жизнь. Блять, вторую часть ты не особо вытянул, но ничего. Это самое. Железо мой друг. Железо мой друг. Олень мой враг. Олень мой враг. Какой нахуй олень? Ладно, блять, заходи в Roblox, блять, давай пампить, пиздец. Блять, у меня колени на... Сука, ты знал, что стоять на коленях это очень больно? Да ладно. Да, да, это очень так. Больно. Так, подожди, я сейчас пытаюсь сделать так, чтобы у меня треки стоили 0 рублей, но эта козлина пишет, что... А, нет, все нормально, все нормально. Все, ребят, треки бесплатные. Все, пошли, погнали. Так, и что мне делать? Как мне выжить? Roblox? Заходи в Roblox. Да. Так, шел. Значит, следующая твоя... Следующая твоя станция, блядь, я даже не знаю, как типа сделать. Но тут надо будет как-то, чтобы ты смог зайти. Так. Сейчас попробую разобраться. Так, как управлять сервером-то, блядь? Мне нужно тебя будет сначала добавить в друзья. Это пиздец как непросто. Меня как в Discord. Так, сейчас, секунду. Ну, блядь. Ага. Все, понятно. Так, пацаны. Подожди, а здесь... А ведь ты сможешь зайти, если я тебя приглашу. Тут ведь не 20 человек. Так, погоди-ка, сейчас я тебя приглашу. Ребят, секундочку одну. Одну секунду подождать придется. Так, я тебе сейчас дам... Я тебе дам ссылку. Так. Вот, заходи по ней. Скажешь, когда зайдешь, и я дам ребятам в чат ссылку. Там потому что не полная комната. Так, сейчас, секунду. Ой, блядь. А как... Сейчас. Бля, вот так, да. Погнали. Ой, ебать, громко сделал себя. Вот так. Хорошо. В чат сейчас. Все, ты еще не приконнектился? Не-не-не, еще нет. Давай. Я жду тебя. Да, конечно. Жду. Ой, хорошо. Ну что, уже 600, уже 600. Алисона там затопчет. Алисона затопчет? Ну мы пощадим его, мы его прокачаем. Личный, пройдет личная, блядь, тренировка с Алисоном. Да, это вот как люди боятся в залах, потому что думают, что это убьет. Вас там убьют.
Блять, меня... если бы я знал, что меня на сервере так встречают, на моем родном любимом сервере меня встречают так, эти три человека. Вряд, сука, как вспомню эту картину, мне так хорошо становится. Так, чувствую себя счастливым. Если бы я знал, блять, я бы подключил какую-нибудь музыку, надо было на врыве. На этом сервере все делается на врыве. Надо было на врыве вставить, блять, музыку тише, да? Ну, может быть, вот так вот. Надо было вставить... ух, ебать. Все, ты подключился? Все, вижу, сейчас, подожди. Да, да, да. Так, 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 так. Я тебя отослал. Нахуй вы меня выкинули, своего же тренера? Нет, братан, это определенно не пампинг песня. Вот. Вот. А как камера... А, все, нашел, нашел. Так. Значит, мне нужно тебя встретить как-то в Поднебесной, братан. Мы на Олимпе. Нужно как-то с тобой встретиться. Ты сейчас где? Я сейчас прям на бане стою. А подойди... На бане? Да, у него на бане. А, вот он ты. Ебать ты маленький, я даже не понимаю. Это ты? Это ты или ты очень далеко? Ой, блядь, не топчите, да не топчите Алисона. Все, начинаем прокачивать молодого. Пацаны, вокруг Алисона, пожалуйста, сделаем круг. Алисон, ты будешь в центре. Так, побольше круг, пошире. Вот отсюда, вот так вот. По мне, пожалуйста, сделайте кружочек такой вокруг. Блядь, там врыв, сука, пацаны, не могу. Блядь, врыв, подождите. Там врыв. Меня убило. Меня убило. Да сейчас все возродимся, построимся. Ой, блядь, о господи. А вот, сука, у нас перворожденный, когда слышит врыв, начинает просто телом разъебывать все, что видит. Все, перворожденный, все тихо, успокойся. Все нормально. А врыв закончился. Так, сходимся куда-то ближе к середине. Стой где-то там вот в районе бана, да, где-нибудь там стой. Да. Я иду к тебе потихоньку. Сейчас будем строиться вокруг. Ой, чуть-чуть попозже донаты прочитаю, сейчас не слышу. Чуть-чуть попозже. Так. Вот ты стоишь, да? Ребят, чуть-чуть пошире круг. Чуть-чуть отойдите от Алисона. Чуть-чуть, чтобы его было видно посередине. Вот где-то вот где вот я вот тут стою. Вот где я стою. Где я стою? Кто-то распинал нахуй всех. Не так жестко. Вот мы уже вдвоем с Типом стоим где-то, видите, да? Вот так. Меня, кстати, не распинали, что самое... Во-во-во-во-во, хорошо, смотрите, вот начинаем строиться, прекрасно. Это самое, а серенький братан может сделать что-нибудь? Если серенький братан ничего не может сделать, пацаны, придется дать ему пизды. Это не я сказал, это такие правила в качалке, если он сейчас не отодвинется. Серенький братан, ты можешь отодвинуться? Пацаны, ну, походу, серенький братан вообще не слушает ничего. Все, нахуй, вытолкнули, блядь. Так, значит, ссылку в чат теперь. Оба. А, хорошо. Пацаны, хорошо. Залетайте. Кто успел, кто успел, тот смотрю, успел. Смотрю, как я шире становлюсь. Да, пожалуйста. Посвящаем Рама тебя. Растет. Посвящаем тебя в наш клуб. Какой у тебя палец не отваливается? Так, кто успел, я не знаю, кто успел, кто-то успел. Молодец. Пойду тебя проверю. Ребят, продолжайте качать Алисона, продолжайте качать его, пойду проверю. Ты же в курсе, что у тех, кто любит вот кликеры, у них профессиональная болезнь есть, туннельный синдром? Да. Да? Знаю, готов, да. Ты готов к этому? Да, готов. Так, ну неплох, хорош. Что-то в тебе есть. Да, я стараюсь. Выдыхаешь так, трудно, тяжело выдыхаешь. Посмотри, сколько пацанов тебя поддерживают. Посмотри, сколько ребят с тобой вместе. Да. Блять, нахуй так делать? Я теперь обратно мне... Ебать, перворожденный, спаси! Нихуя у тебя ступни? Кто тебе... Какая компания делает пошив обуви для тебя? Спорт плюсов масса и минусов нету. Так. Ну что, продолжаем? Так, давай, у тебя сколько сейчас, дай посмотрю? 128. До 200. До 200 тебя прокачиваем. Бля, пиздец, что-то громко, подожди. До 200 тебя прокачиваем. Пиздец. А есть смысл быстрее кликать или нет? Нету. Вместо штанов предпочитаю шорты. Да ты ебать, Вась, что тут произошло?
Ладно, я буду. Я возвысился, пацаны. Мне еще выше дали пропуск. Мне дали шанс, блядь. Перворожденный пустил меня к какому-то существу, которое было до него, я полетел. Кстати, предпочитаю шорты, если что. Когда рефреш? Да скоро-скоро. Так, софт-клик? Да-да, у меня явно не софт-клик. Сейчас я вернусь, ребят, я уже лечу к вам. Здесь я познал несколько тайн. Мне открылось. До 200 качайся, а потом сам. Дальше, ребята, это самое. Занимайтесь собой. Блядь. Полетел на Юпитер качаться, да? Домой. В свою родную качалку на Юпитер. Отлично. Музыка новогодняя еще прям хорошо. Да, музыка новогодняя, прям вот это есть. Есть вот этом что-то. Бля. Пацаны, мне так греет душу, можно я посмотрю? Я хочу посмотреть клип. Если можно, сейчас секунду остановлю. Я хочу посмотреть клип с того момента. Блять, как было бы хорошо, если бы в тот момент у меня была музыка. Я, может быть, сейчас посмотрю клип. Может быть, я посмотрю клип и поставлю музыку? Сейчас, секунду. Я докачался до 228. До 228? Сейчас. Салимпана. У меня. Бля, вот они меня встречали, классно. Здоровый кайф. Как было хорошо. Бля, только если было... Сейчас. Боги Салимпана. Все, понял. Так, сейчас какую-нибудь музыку быстренько сейчас подберу. Под которую качаться прям самое то, где, которая самая врывная. А. Угу, блядь, тут может быть это... Не-не-не-не, это врыв, это другого характера врыв. Ну давайте сделаю под это самое... Сейчас... Ой, блядь, тут хуй найдешь так. Секунду. Так. Ну, не знаю, есть что-нибудь, ну, в принципе, неплохо. Может, есть что-то еще такое, какое-нибудь подходящее. В принципе, неплохо. Сейчас. Не, спасибо. Ладно, я потом еще постараюсь, я еще попробую Chase. А, бля, нужно какой-то... Да не, здесь что-то нужно так, блядь, специфичное. Об этом нужно думать. 3К вафля. Не надо мне, сука, оскорблять. Я же сказал, мне золотые мышцы. Надо будет подумать насчет этого. Я разберусь, какая музыка здесь подойдет хорошо. Поздравь с ДР Чорча. Кого? Там донат был на 20. А, конечно, с ДР Чорча. Продолжаем песню. И футболист. Ебать. И биатлонисты даже. Пиздец, ну и пес. У нас тут даже, блядь, представители других цивилизаций, нахуй. С далеких планет, блядь. Попаданцы. Самая популярная качалка в галактике. Ой, хорошо. I love здоровый кайф. Ой, бля, братан. Земля тебе пухом. Улетел в ад. Ой. Перворожденный держит этот мир. У меня один из титанов постоянно плывет куда-то, потом падает и резается заново.
Нужно будет, это явно не подходит. Вот. Значит так, нужно будет предысторию к моей качалке. Придумать предысторию к моей качалке. А, значит, сам-то я с Юпитера, я синхуй прилетел. Фитнес-тренер. Но надо будет что-то с самого начала. Вот типа. Сначала было только черное железо. Вот это вот. Сначала было только черное железо. Потом вокруг черного железа появился перворожденный. Он взял это железо в руку и начал пампить. И когда первая капля пота упала с его лба, появился мировой океан. И когда он впервые обосрался от здорового кайфа, появилась первая земля. Там я открыл свою первую качалку. Нет, подожди, нужно как-то хорошо подвести, как, знаете, как в предыстории Dark Souls, я не знаю. Лор сложнее, чем Dark Souls. Надо что-то типа того. Вот он качался, типа капля пота упала, это мировой океан. Громче, хорошо, сделаем. Так, потом... Блять, вот как-то нужно прям, знаете, вот мистификацию сделать прям какую-то, вот прям, чтобы там было прям какой-то ужас, что вокруг не было ничего, только железо, только перворожденный, а потом из частичек, из кусков перворожденного появились мы. Ой, я слышу Eye of the Tiger. Да. Так. Нормально, так нормально. Мы качаемся под музыку. Ой, хорошо. Вот, хорошая предыстория. Ладно, без всякой хуйни. Сначала было нихуя, потом стало нихуя, а между ними здоровый кайф. Пацаны, плюс в здоровый кайф, если любите шорты. Хорошо. Шорты это удобно, когда качаешься. Оба. Ай, вот тайга. Хорошо, блядь. Здоровый кайф. Отвратительно мощно. Боже, у меня уже 500, у меня уже прям уже хорошо. 500. Ебать, тебя прёт. Да. Нихуя, ты что-то употребляешь, да, брат? Ты употребляешь? Ну. Кликер. Кликер? Баночка есть? Да. Да, да. Кликеракерши, кликер-бцашечка, кликерашечки. Как, блядь, правильно склонить-то? Ой, блядь, плывет, здоровый кайф пошел. Чуть пресс нужен. Алисон, беги. Библия качалки там, блядь. Беги, за мной выехали? Я не знаю, тебе просто в чате пишут «беги». Я смотрю, вроде опасности не наблюдаю. Пацаны, на 4500 я рефрешаю этот мир. Конечно, это было большое удовольствие качаться на животе у перворожденного. На пузе. На твердом, как сталь, пузе, блядь, прокачанном. Сам перворожденный здесь, блядь, создатель этого мира. А я, блядь, сначала был... Вот да-да-да, мне нужно историю, как... Все, пацаны, 4К, нахуй. Здоровый кайф в чат, пожалуйста, здоровый кайф. Или отвратительно мощно, без разницы. Это главные, два моих главных хэштега. Так, здоровый кайф. Все, каждую 1000 буду писать. Так, ну, на самом деле, надо придумать мне предысторию, как в аниме. Отвратительно мощно тоже подойдет, пацаны. Это два главных хэштега, которые существуют в моей жизни. Надо какую-нибудь предысторию... Хэштеги на через уровне, хэштег пишется. На уровне... Не-не-не, у нас здесь и так нормально. А, ну ладно. Хорошая музыка, блядь. Ладно, я не буду переключать, нормально. Вот то, что я был обычным тренером... Ебать, пацаны, вы так умеете делать пресс боком? Я был обычным тренером на Юпитере. У меня был маленький спортзал. Ой, блядь, Вась, прекрати, нахуй. Прекратить нахуй. А у меня был обычный спортзал маленький, и там занимался только один дрыщ. Я качал его главную мышцу. Пампил его постоянно. О, ближе. Я спустился ближе к перворожденному, значит, история правильная.
значит делаю что-то правильно. Чем ниже к нему, чем ближе к перворожденному. Тем более ты это самое праведен. Чище. Говорят, потише чуть-чуть. Ну да, можно вот так потише. Вот так потише. Нет гачибаса, да? Гачибаса. Баса-то нету, блядь. Там столкновение титанов, посмотри. Да я вижу, они тут. Ебать, блядь, пацаны. Чем это занимаетесь? Знаешь, на самом деле это большая честь. Это не гейство. В качалке нет никакого гейства. Даже если в качалке какое-то действие выглядит как гейство, это абсолютно не гейство. Они страхуют друг друга просто. Я иду навстречу своему, своей судьбе. Новому миру. Навстречу новому миру, блядь. Это то, что мне нужно. Все, блядь, между двух эпох. Отлично. Материя порвалась, да, начала схлопываться. Отлично. Да, да, явно наблюдаю что-то опять из Евангелиона, хуй пойми. Что-то настолько громоздное, такое массивное. Ой, бля, так, ой, надо еще донаты прочитать. Так, на 4500 я буду рефрешить сервер, повторяю. Рождение новой вселенной. Да, это мир зарождается. Так будет рожден новый мир. Когда к перворожденному подойдет второрожденный, блядь, или кто это есть. Ебать, он неплохой такой парень. Ебать, это страшно. Тут добро и зло нахуй встретились. Меня на землю уронило. Что делать? Ну ладно, я здесь поживу. Скорость будем памятить. К сожалению, у нас в качалках беговые дорожки не... Это круто. Не придуманы. Не разработаны. Так вот, я был обычным. Я качал одного дрыща в своей качалке на Юпитере. Но потом. Потом. Ты насос, давай качай. Давай качай, блядь. Потом что-то произошло, и я решил улететь оттуда. Что же произошло, блядь? У меня сломалась штанга моя последняя. Моя говорит, я понял, что больше я так не могу. Колбасер это сила, пиздец. И вот в путешествии своем, среди множества планет, где я открыл кучу своих личных фитнес-залов, я попал вот в такое подпространство, куда-то в мир, блядь, в мир гигантизма, нахуй, где встретил перворожденного, с которым мы вместе основали качалку прямо у него на стальном животе, на его 8 кубиках. Но это нужно хорошо прописать, это нужно хорошо прописать как полный сценарий, как историю. Это должно быть у меня в архивах, по-любому. Без этого никак. Отлично. Ты насос, давай качай. Давай качай, нахуй. Ой, бля. Еще же разобраться надо, как серф рефрешить. Как всех выгнать разом. Просто здесь есть заблокировать, здесь нету кик. И заблокировать. А это, блядь, плохо. Мне кажется, просто нужно за рефреш, да? Рефрешнуть? Нет, нужно всех сначала кикнуть. Нет, нет, я даже не знаю, как это делается. Нужно будет разобраться. Так, во-во-во-во-во, хороший, блядь, начал, надо записывать, сейчас, секунду. Появился из звездной пыли, сдутой с первой гантели. Бля, неплохо, сейчас. Появился из звездной пыли, сдутой с первой гантели. Так, эту фразочку мы берем. Так, сначала была вечная тьма и холод. Из ниоткуда появилась искра, развеявшаяся бесконечный мрак, озарившая первое железо. Первая энергия, сопровождающая адептов здорового кайфа, создала из пустоты и железа перворожденного, великого титана, управляющего материей и мощью по своему желанию. Напампив свою мышцу, перворожденный создал из своего пота океан и из дыхания воздух, из железа землю и адептов здорового кайфа. С тех времен всех, кто пампит, перворожденный сопровождает своим благословением. В принципе, мне нравится тоже, мы это забираем. Но тогда моя личная история какая? Как я присоединился к этому? Так, это, в принципе, неплохо. Забираем-то что? Пиздишь у подписчиков?
Не, ну почему? Мы вместе пишем мне историю. Смотри, во времена открытия железа жили два брата. У первого брата было два сына и одна дочь. Эту дочь звали Рыжебестина. Рыжебестина, блядь. Бестинина. Бестиния. Оба брата были посвящены великое искусство увеличения силы духа и тела по бесконечности. До 700к, в скобочках. Но им было запрещено передавать эти знания простым смертным. Те, кто... Что за музыка? Хорошая подпампинг. Ой, блядь. Так, ладно, дальше. Простым смертным... Так, первый брат был послушен и слушал своего отца. При виде смертных просто убивал их. Но второй был добрым и хотел, чтобы искусство росло и развивалось. Это больше похоже на фэнтези. А мне нужно что-то такое. Глубокая космическая фантастика. Так. Библейская. Сначала была мышца. Она пампилась и начала расти, образовывая черный металл. Распадаясь на части, каждая часть развивалась отдельно. Ой, пиздец. Это больше похоже на реальную историю, блядь, создания вселенной. Там частицы, распадение. Перворожденным использует черное железо, пампилось. Станешь ли ты мышцой или будешь металлом, пиздец. Ты странствующий путник межпространственного пампа, который перемещается по миру и ищет идолов пампа. Нет, здесь нужно какую-то историю. Сначала грустная, что я никто. Блять, куда я нажимаю? Что я никто. А потом я вот встретился со своими ребятами. Что тут происходит, сука? Бля, лагает. Да, есть такое. Так, бля, тяжело пошел кач, надо поменять. Ой, ты никто, говорят. Ты никто. Куда ты кликаешь, блядь? Да нет смысла стараться, ты сейчас серфер. Во-во-во, мою мать убила гантеля. Да-да-да-да, я был... Ну, главное, что я с Юпитера. Я был обычный. Кто, блядь? Васянский хуй. Ух ты, ебать. Ух, ебать, перворожденный. Чему-то что-то не нравится перворожденному. Пацаны, поменяли позу сейчас же. Сменили позу. Те, кто пампит, те, кто пампит. О, бля, у меня появилась вот такая хуйня. Но меня это не интересует, это драться. Так, теперь пресс. Маму не трожь, сука. Это не моя история, тихо, пацаны, это вымышленно. For some reason, it's also more emotional. It's more psychological too, and we both reached the same place. It's really strange. Искры, появившиеся при ковке первой гантели, стали солнцем. Во-во-во, искры, появившиеся при ковке первой гантели, стали солнцем. Капельки пота стали звездами на ночном небе. Нет, пот это должно быть все-таки что-то из воды, какая-то жизнь. Волосы на смуглой подкачанной груди стали травой на планетах, которые появились из трех кубиков на прессе перворожденного железного голема. Каждый раз, когда он скидывал штангу, гремел гром, которому поклонялся молодой Вафлерус. Оставляем эту пасту себе. Хорошо. Так. Был грустным дедом, который блуждал по космосу. Бля, дед не варик, я очень молодой сейчас. Когда я памплю, я чувствую себя на 12 лет, очень молодо. Так. Была пустота, в пустоте петлял перворожденный. Он был слаб и слеп. Однажды в темноте он нашел гирю первородного здорового кайфа, блядь. По инстинкту он начал пампить. Напампив мышцу в достаточном количестве, среди волокон пресса 4 кубика справа снизу. Перворожденного зародилась вселенная. Мне нравится про первородную гирю здорового кайфа. Это я оставляю. Из всего этого мы сделаем... Из того, что я оставляю из истории, я делаю нарез... Ну, сделаю как бы одну цельную историю, компиляцию. Так, бог пампил свой трицеп, порвал мышцу, которая упала в другую вселенную, но мышечная память запомнила, как правильно пампить, продолжает это делать. Ну, это такое... Замудрено слишком. Там лет на 5 вперед накидали, говорят. Да не, я почищу все это. Так. Угу. Когда-то давно 8 народов на кубиках жили вместе. Но все изменилось, когда народ пресса развязал войну. Только тренер, властелин всех тренажеров, может спасти твердый живот перворожденного, блядь. Ну это забавно, блядь. Но это не серьезно. Скип, плюс суши, а че там? Ага. Не, пацаны, нужна сначала грустная история про меня, сейчас. Кстати, да, уже было, ребят.
Уже было, к сожалению. Ой, ебать, там в натуре накидали страшные вещи. Так. Грустная история. Да, я был, короче говоря, обычным фитнес-тренером на Юпитере. Когда первый качок впустил запретный кликер, все качки получили проклятие потери массы. Не-не-не-не-не. Так. Так. Я хочу оставить тот момент, где мою мать придавила гантелью. Блять, ну я не смог придать гантелю. Кто важнее, мать или гантеля? Пацаны, если бандиты украдут мать и гантелю и посадят их, дадут вам пистолет и скажут стрелять в одного из них, что вы сделаете? Что будет дальше? Не готовы к такому вопросу? Сам напеки мать на колени. Это я умею, это я знаю. Да. Так, ладно. Так. Может быть, все мы это связки одной большой метавселенной мышцы, а ты в ней главный. Ну, главным я не могу быть. Мне нужна история, как в аниме. Я не могу быть главным, но я должен двигаться к этому. Мать тоже поднимать можно. Мать тоже поднимать можно? Да. Так. Ой, блядь, там столько много накидали, я не успеваю читать, подожди. Ага. Да, про перворожденного и океан, где вышли люди, желающие силы, я прочитал. Ага. У тебя там 30 странжей осталось для рефреша. Да. В священной книге Пампинга написано со... Действительно, чуть-чуть осталось. В священной книге Пампа описано сотворение мира по слову бога качалки. Первое, в начале бог сотворил гантелю и качалку. Качалочка же была безвидна и пустота, и тьма над бездною, и дух перворожденный носился над водою. И сказал бог, да будет довга, блять, и стал довги, увидел бог довга, что он хорош, и отделил бог довга от тьмы, и сказал бог, да будут попищики, и стали попищики. Ладно, хорошо, меня это устраивает. Я беру. Да, и увидел, что это хорошо, блядь.